Всем привет! Меня зовут Маргарита. 18 июля 2015 года в городе Краснодаре состоится моя собственная свадьба. Я веду свадебные торжества и просто обожаю свою работу. Каждая невеста, которая приходит ко мне, переживает огромное количество эмоций. Я хочу внушить ей уверенность. Я хочу, чтобы она знала о том, что ее самый важный день пройдет на все 100%. Но я не хочу говорить сегодня о том, как делать правильно или неправильно. Я хочу поделиться своим счастьем. Поскольку совсем недавно я вступила в ряды счастливых невест, я встала по ту сторону баррикад, где переживают за меня и делают предложения мне. Фотографы, ведущие, оформители, их огромное количество, и на самом деле просто можно сойти с ума от всех этих предложений. Конечно, имея достаточный опыт в свадебной индустрии, я могла бы сделать все очень просто. Хотя нет, не просто. Это взвалить всю организацию на себя. Но я этого делать не буду. Потому как невеста ни в коем случае не должна забывать о том, что она невеста. И здесь, как нельзя кстати, будет свадебный распорядитель. Свадебный распорядитель – это тот человек, который будет стоять за вашей спиной весь ваш свадебный день, поддерживая вас морально. Вы будете уверены на все 100%, что никто ничего не забудет, что корзинка с вашими украшениями или атрибутикой для фотографий будет на месте и так далее. Даже если вы решили не прибегать к помощи свадебного распорядителя, даже если у вас есть такая замечательная команда, как мама, папа, подруги и в конце концов жених, то это очень здорово. Но тем не менее вам будет очень интересно, так как массу полезной информации и советов вы услышите в нашем следующем видеоблоге. Давайте готовиться к свадьбе вместе, ваша Маргарита!